Здравствуйте, товарищи! Забота о здоровье, особенно лечение болезней, тем более хронических, это тяжкий труд, в том числе над собственной ленью. Есть метод, вернее, средства, которые часто помогают без тяжких усилий над собой. Не всем, но по моему огромному опыту примерно половине людей. Налаживается сон, уходят отеки, боли, проблемы с суставами, проходит храп, улучшается кожа, налаживается работа кишечника. Ну а про совсем невероятные случаи излечения я сейчас говорить не буду, но оставлю вам ссылки на них под этим видео. Обязательно потом посмотрите. В сюжете, который вы сейчас посмотрите, лично меня удивил интересный случай про гной из ран и излечение астигматизма. Хотя помимо этого, там много интересного. Уже давно я подобные видео не публиковывал, хотя подобных материалов у нас около 100 видео. Сейчас сама женщина вам все пояснит. А после данного сюжета те, кто еще не в теме, узнают, как работают эти микросферы и что это вообще такое. Скажу наперед, кто пожелает приобрести данные изделия, также ссылка на них будет дана под этим видео. Ассортимент изделий большой. Посмотрите внимательно, по ссылке будет 3 странички. Приятного вам просмотра. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, мне 57 лет, я из города Ярославля. Я согласна на размещение моего ролика в сети интернет. Я хочу поделиться сегодня своим опытом применения изделий из микросфер. Я приобрела в конце апреля 2023 года вот такие очочки. Сапожки, тапочки для моего супруга. Еще у меня есть подушечка 40 на 50 сантиметров. Какие у нас были проблемы? Меня беспокоил неспокойный, тревожный сон. Если я ложилась поздно, после 12 часов, фактически это была бессонная ночь для меня ранее. Также были проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой. В частности, тахикардию мне ставили с 30 лет. Болели суставы все на руках и на ногах. Шейный хондроз. Проблемы с гинекологией, кожные заболевания. У супруга на ногах были сильные вены и сосуды, то есть его беспокоят сосуды. Расскажу сначала про своего супруга. После того, как он 2-3 ночи поспал в тапочках, у него очень сильно воспалилась одна нога. Она вся посинела, опухла, он еле дошел до работы. Вечером я еле уговорила его опять одеть эти тапочки. Такая ситуация продолжалась 2-3 дня. И буквально дня через 3 опухоль сама по себе спала, синева ушла, и боли тоже ушли, потому что у него его беспокоили очень сильные боли при этом. Но после этого он сказал, я в тапках спать не буду. Я говорю, ладно, я буду использовать их сама. И до настоящего времени я с удовольствием в них сплю. Какие изменения у меня произошли? Ну, хочу отметить, конечно же, я использовала определенные препараты, в частности, пептидные препараты, тоже российских производителей ранее. Они поддерживали мое здоровье, но не приносили нужного мне результата. Через неделю буквально использования подушки и очков я поняла, что сон у меня очень наладился. Я стала прекрасно и спокойно спать на протяжении всей ночи. Утром вставала бодрой, хорошо себя чувствующей и прекрасно работала весь день. Еще какой интересный момент. Мы с мужем оба храпим. И бывало так, что либо он меня беспокоит, и я уходила в другую комнату досыпать ночь, либо я его беспокоила, и он убегал от меня. После применения вот подушечки, очков и тапочек мною, мой сон не только улучшился, но и я перестала храпеть. Это супруг тоже заметил. И вообще мы перестали мешать друг другу, поскольку я спала очень крепко и его не слышала. А он говорит, что я действительно перестала храпеть. Но я иногда тапочки в течение ночи сбрасывала с ног, поскольку спать в них всю ночь очень жарко. И одевала, накладывала одну тапочку вот сюда, а вторую на желудочно-кишечный тракт и на грудь. И что я заметила? У меня очень хорошо стал работать кишечник, то есть опорожнение происходит каждый день, при том при всем, что у меня кишечник очень ленивый. Далее, у меня проблемы с глазами, сильный астигматизм был. Я, конечно, капала капельки в течение нескольких лет, немножко состояние улучшилось, но после применения микросфер, где-то через 2 месяца, вдруг у меня из глаз начал тек гной. Причем так обильно, что я утром вставала, у меня все глаза были опухшие, и
не могла их разлепить. Это продолжалось где-то в течение 2 месяцев. Потом само по себе это прошло, и у меня реально выровнялись зрение между глазами. То есть они стали у меня видеть приблизительно одинаково. Кроме того, значит, у меня прошли вот эти сердечные ритмы беспокойные, то есть сердце намного лучше стало его ощущать. Суставы более гибкими стали. Вкладывала отсюда, значит, полосочку в трусики себе и поняла, что у меня стали уходить проблемы с гинекологией. Ну а теперь послушайте, что такое вообще микросферы. Внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических шариков полых внутри. Они состоят из натриево-боросиликатного стекла с аморфным диоксидом кремния. Внимание! Аналогов этим изделиям нет, можете не искать. Все, что возможно найти, там покрыто либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились друг к другу, либо из быстро разрушающихся иных материалов. Эти же изделия практически вечный срок их службы не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия и не высыпете данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или, просто говоря, тепло, о чем свидетельствует температура тела. Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны. Это тепло человека в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом. Только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно, ну так как это наше собственное тепло. Так вот, за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия на вашем теле, будь то подушка, любая повязка, тапочки или нашлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы, происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока, повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и, соответственно, клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект. Это не только отражение теплового излучения нашего тела. Это и отражение той изначальной программы, матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно, направлено на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было, если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. Дорогие друзья, вы полагаете, сколько таких отзывов нам приходит? Нет, не сотни уже, а тысячи. Да, не всем людям помогают изделия из микросфер, но они помогают примерно 50, как я уже говорил, 60% людей. Иногда это просто поразительные вещи. У кого-то более простые, но очень важные тоже изменения положительные идут, у кого-то нет. Или долгое время не идут, 7-8 месяцев, а потом наступают, и такое случается. Как, почему, мы это сказать не можем. Есть просто факты. Вот о фактах вы сегодня узнали. Стоит ли это того, чтобы купить эти изделия из микросфер? Как вы полагаете? Когда вот такой огромный процент, не 2, не 3 процента возможного, а 50, 60 и больше. Я считаю, что не просто стоит, а это кем надо быть, чтобы не воспользоваться такой уникальной возможностью. Ну, решать, конечно, как говорится, всегда вам. Еще раз, посмотрите все видео из этого моего плейлиста, то есть все видео про микросферы. Ну, а приобрести их вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить
Ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!